Сегодня на городских проспектах зажгутся новогодние огни. Накануне жители центра уже видели пробный запуск иллюминации. Но именно сегодня, с открытием районных елок, гирлянды зажгутся надолго. Их выключат только в конце рождественских праздников, заявили сегодня в городской администрации. Начинаются наши районные праздники. Сегодня открывается елка центрального района. И, конечно, всех ждем на проспекте Мира, потому что зажигается новогодняя иллюминация. Город готовится встретить Новый год.